Всем привет, это Народный патруль. Поговорим о том, что интересного произошло за минувшую неделю и заставило очевидцев включить камеру. Видео от наших зрителей разберем через секунду, ну а ты уже можешь присылать свои сюжеты для следующего выпуска. Для этого пиши WhatsApp на номер 8-924-855-2525 или в Telegram народный нижнее подчеркивание патруль 49. В Магадане началась подготовка к ремонту дорог. В частности, демонтаж дорожного покрытия произвели на проспекте Карла Маркса, но почему-то не поставили в известность водителей. Очевидцы говорят, что соответствующие знаки были расставлены не везде. К слову, водители тоже хороши и самоуверенно влетали в траншею. Кстати, по факту ремонта проверку проводит прокуратура. Люди просто бамперами. Эти копают дальше. Что происходит, блин? Вообще ну, просто главное, не вовремя. Они перекрыли дорогу, а здесь не стали перекрывать. Да, вообще они просто... Они еще и копают, вообще, и все чего... Важнее всего погода в доме, а страшнее всего, когда она такая же, как и на улице. Минувшая неделя выдалась дождливой и людей буквально затопило. Жилищные компании в этом случае, как правило, морозятся. К примеру, на улице Зайцева 25 жильцы судятся с управляйкой с сентября прошлого года, а на палатке жилконтора просто не берет трубки. Так, сегодня у нас 19 мая. Проживаемый поселок Уптар, Красноярская, 32, корпус 1. Вот. И вот такая у нас веселая ситуация происходит на протяжении уже 4 дней. Вода постоянно капает. Вот, меняем тазики, она на полу везде. Сейчас, кстати, обратила внимание, что вот эта стена у нас угловая, она у нас вся мокрая, прям влажная. Видать, туда уже вода капает. Свет не включаем, потому что несколько раз уже замкнуло. Перегорели все лампочки. Вот. И вот такая у нас вообще ситуация. Она у нас каждый раз, когда идет дождь. Постоянно. Капает непрерывно. Все мокрое. И сыростью пахнет. Влажность такая стоит. Вот так вот весело мы живем. Так сказать. А еще не только в квартире, вот в подъезде потоп. Это постоянно так. То, что сегодня приехали, сказали, как так, они все делают. Каждое лето, да никто ничего тут не делает. Тут уже скоро дом рухнет. Все везде течет. По всем лестницам. Лужи. Вот такая вот у нас ситуация происходит. Thank you.
Совсем недавно подорожал проезд на пригородных автобусах. Так вот, колымчане задаются вопросом, за что вообще здесь платить, когда в салонах таких драндулетов протекает крыша? Хотя получилось довольно функционально. Вода струится прямо из вентиляционных отверстий. 20 мая в частном секторе на 6-м километре основной трассы загорелся жилой дом. Горело «Будь здоров», общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. При этом в доме находилось 2 человека. Их эвакуировали, а огонь затушили до того, как он перебросился на соседнее здание. Теперь пожарным предстоит выяснить причины возгорания. В Магадане не так уж и много улиц с односторонним движением, и обычно их знают наизусть, ведь это база. Однако поворот с транспортной в сторону китайского рынка стал фатальным для многих водителей. И вот опять, на видео очередной умник, который решил поехать по встречке. Еще один водитель повернул не там, где нужно. Недалеко от Снежки он не справился с управлением и вылетел с дороги. Причины происшествия неизвестные, но, судя по всему, никто не пострадал. Как правило, конец весны – это отличное время для охоты на дичь. Один из самых популярных способов кого-то поймать – это так называемая охота с подсадным. В данном случае их роль выполняют гуси. Лёх, как тебе отдых? Хорошо. Роман? Чё, как охота? Отлично. Гусей нет. Гусей чё, только нет. А у вас тут дела? Нафиг патроны тратить, смотри, они сами приходят. Можешь погладить, пожалуйста? Можешь погладить? Ой, хорошие гуси. Гуси хорошие. Хорошие. О, смотри. Все щипается, даже гуси щипается. Ну, хорош, хорош. Все, заберем на дачу, будем разводить. Серега, тебе нужны гуси на дачу? К слову, колымская рыбалка тоже выглядит довольно простым занятием. Побережье на Оле усыпано сельдью, которая пошла на нерест, но во время отлива не успевает уйти в море, поэтому собирают ее руками. Тут, короче, полгорода. Я не знаю, если каждому по селедке раздать, наверное, все, популяции больше не будет. Смотрите, просто полгорода. Ну, нормально хоть это. Не сгниет селедка, заберут и используют. На этом все. Впереди целая неделя, и какой она запомнится, зависит только от тебя. Так что снимай свои сюжеты, присылай нам, и это увидят все. Пиши WhatsApp на номер 8-924-855-2525 или в Telegram народные нижнее подчеркивание патруль49. Ну а самый активный по итогам месяца получит приятный подарок, так что держи камеру наготове и до новых встреч!